Всем большой привет! Это канал Суперотпуск. Мы на нашей даче в Подмосковье. И до начала наступления заморозков, таких устойчивых, судя по прогнозам погоды, у нас осталась всего одна неделя. И за эту неделю мне предстоит сделать 5 дел, которые я вот сейчас буду распределять каким-то образом, чтобы все успеть. Значит, дело первое. Надо успеть подобрать всю опавшую листву и убрать с участка. Это очень важно, чтобы не оставлять бардак, чтобы листва не гнила. Обязательно надо стараться убирать листву. Я, как правило, всегда это делаю. Задание номер 2, которое мне необходимо сделать, друзья, надо обязательно покосить газон. Сзади меня сейчас газон уже покошен. Я успела это сделать, но не везде, честно вам признаюсь. Только вот в этой передней парадной зоне я его покосила. Но на моей даче, на участке еще много осталось неокошенных мест. Вот, и надо постараться обязательно все окосить. Значит, что надо сделать дальше? Задание номер 3. Надо обязательно успеть побелить все деревья. Некоторые деревья я побелила, часть я не побелила. Но, в общем, надо обязательно успеть побелить деревья. Особенно плодовые, особенно яблони. И еще, друзья, у меня 2 пункта, которые еще надо обязательно сделать. Это обрезать все пионы, всю ботву пионов и подсыпать их землей к зиме. И то же самое сделать с ирисами. Вот не знаю, как это все успеть. Буду стараться. Как ты думаешь, Паш, успеем мы, нет? Конечно, ты успеешь. У тебя выбора нет. Выбора нет, да, придется успевать. Ну и, конечно же, так уже до кучи, да, скажем, если уж останется время, надо, конечно же, постараться кое-что еще в цветниках поделать, выбросить какую-то лишнюю ботву, что-то обрезать. Вот, например, хосты некоторые я еще не до конца так все распотрошила на зиму. В общем, какой-то бардачок, он так еще присутствует. Вот хочется, конечно, навести полный порядок, чтобы весной вот это все у нас было уже зеленое, красивое и зацвело. Кстати, Паш, смотри, я покосил газон, и как он красиво смотрится, да? Я уже видел. Вот здесь тоже уже убрана вся листва, друзья, вот в этом месте. Но такое, где еще осталось за домом, там осталось листва, где молодые яблони. Вот как раз-таки надо их побелить, убрать с них, под ними листву опавшую, обработать на зиму бордоской смесью, жидкостью. Вот, ну, в общем, дела еще есть. Вот такая последняя неделя, она вот вся связана с такими делами. Ну что, принимаемся за дела, конечно, переодеваемся. И вперед. И вперед. Паш, кстати говоря, надо убирать телегу, наверное, да? Я тут уже почти использовала всю землю. Я смотрю, там уже земли-то нету. Да, часть я подсыпала в цветник, часть я подсыпала прививки в рост на зиму. Кстати говоря, смотри, вот рядом цветник, который я вот делала, угу, в одном из предыдущих видео показывала. Вот эта горочка, все принялось, все нормально. Все такое живенькое. Вот. Обрезанный барбарис. Будем надеяться, что он хорошо переживет зиму. Но вообще барбарисы, они такие растения неприхотливые. Вот. Единственное, что долго разрастается в первое время. Вот. Ну вот, ты знаешь, я вот покосила газон, и мне прям самой как-то даже понравилось. Такое какое-то стало все ухоженное, да? Че, будем чай здесь пить? А прикинь, если бы у нас здесь беседка была бы. Да, мы все хотим сделать беседку. Можно было и чай пить спокойно. Ты знаешь, Паш, только сейчас я читала комментарии, и в одном из комментариев меня спросили вот про эту зону отдыха. Как она у нас сделана, какого размера,
Вот, какая-то, говорит, необычная, она у вас полукруглая. Да, действительно, она у нас такая необычная, полукруглая. Изначально здесь просто был насыпан щебень. Да, Паш, что там? Ну да. Щебень. Ну, подушка, песок, щебень. Да, мы, знаете, как-то сначала думали, ну, мы засыпем щебнем таким белым, у нас это все было утрамбовано, и думали, ну, как бы и так хорошо. Но со временем, чем нам не понравился щебень? Вот, кстати говоря, кто-то делает из щебни дорожки на даче. Вот я уже сразу прошла это, и у меня есть определенный опыт, и мне это не нравится. Потому что, друзья, листва будет падать. У нас вот тут такая большая береза. И, в общем, весь этот щебень был красивый, беленький, ровно до того момента, пока не начинался осенний листопад. И даже уже в конце лета, в общем, листья было очень сложно убирать с этого щебня. Поэтому мы вот с этим щебнем так пробыли год, и на следующий год мы решили вот замостить таким природным камнем-песчаником. Причем у нас это произошло совершенно неожиданно, да, Паш? Да. Ты помнишь, это было на майские праздники, мы приехали и попили с Пашей здесь чай. Я так посмотрела, да, думаю, еще год опять вычищать отсюда листву. А как-то было нечего делать. А так как мы не можем ничего не делать, да, Паш? Ты придумала дел. Я говорю, Паша, слушай, у нас там оставался плетняк. У нас там действительно оставался плетняк от мощения вот зоны перед баней. Я говорю, давай мы его сейчас тут быстренько положим. Ну что тут уже чуть-чуть совсем. Паш со мной согласился. Видно, он тоже хотел что-то поделать в тот момент. Вот, мы стали укладывать песчаник. У нас его не хватило. Поехали, докупили еще. В общем, друзья, мы провозились, по-моему, не меньше 2 дней. Хотя почему-то нам казалось, что сделаем мы это быстро. Долго здесь делали. Да, мы с Пашей вдвоем здесь все клали. В общем, я подбирала песчаник. Паша как-то его тут месил раствор. В общем, укладывал. В конце ругался. Говорит, вот так у нас прошли все выходные. Вот люди жарят шашлыки. Мы здесь. О! Передразниваешь нет, Пашу. Нет, смотри, он скулил. Нет, ты просто Пашу передразниваешь. А, вот в этом дело, да? Да. А за Пашу он порвет любого, видишь? Да, пес у нас верный. Да нет, просто он скулил, все хотел, чтобы мы его выпустили, видишь, и уже решил как следует подать голос. Надо в общем, выпускать. Паш, ты, пожалуйста, померяй размеры. Сколько здесь у нас метров? Все, сейчас я померяю, а ты иди буяну выпускай. Давай. Паша, ты знаешь, что он сломал одну гортензию? Нет. Да. Вот своей вот этой массой он поломал мне одну гортензию. Ну ладно. Да, вообще вот почему-то гортензию он ломает. Вот именно в тот момент, когда они уже такие без листвы, обрезанные, и он вот носится, я прям не знаю, хоть огораживай как. Так что вот так, друзья. Паш, ну ты померил? Нет. Нет? Ну иди за рулеткой, а я пока пойду ставить чай с рябиной. В общем, мы пьем чай с рябиной, меряем вот эту зону отдыха, объявляем всем размеры и принимаемся за дела, потому что дел очень много. Мне надо, еще раз говорю, приготовить к зиме пионы, обрезать ирисы. Ну, часть деревьев я побелила. Паша, за тобой вынос листвы, еще не вся листва убрана, так что дел много. Так, Светлана уже подготовилась, смотрю. Чаек. Нормально. Ну, что у нас, рябина сегодня опять? С рябиной. Ага. Кстати, ты знаешь, вот в этом чайнике с рябиной заваривать лучше. Потому что тогда мы заваривали в таком белом, красивом, фарфоровом, но он застревал, рябина, в чайнике, и было тяжело. А здесь, видишь, как опустило все, и хорошо настаивается. Все, отлично. Хорошо можно размять. Слушай, вообще чай на свежем воздухе пить очень здорово, да, скажи? Да и еще бы, конечно. Силы появляются, когда не хочется ничего делать, попьешь чай на свежем воздухе и сразу понимаешь, что ты можешь много чего сделать. Вот. Ну что, приступаем к чаепитию? Да, приступаем к чаепитию, а то нас ждут великие дела. Наши зрители смотрят и скажут, когда же они успевают все делать. Они только делают, что чаи пьют. Ну, разве это плохо, когда в семейном кругу чаи пьем? Да с буяном. Да, только буян чай не пьет.
такие у нас дела. Паш, а у него пасть черная. Ну, это да. Хорошо. Ты говоришь, злой должен быть, да, если черная пасть? Конечно. Ой, прям вон, смотри, какая. Ну. Не обязательно, скажи всем, видеть мою пасть. Паш, тебе два кусочка, мне один. А мне почему два? У меня много работы будет. Да. Тебе надо больше сил. Сил больше. В общем, друзья, кто спрашивал про эту зону для отдыха, мы сейчас ее померили. Она у нас оказалась вот так в ширину, 3,5 метра, и вот эта сторона ее 4,5 метра, да, на метр больше. Собственно говоря, идет, мы вообще, когда ее делали, мы делали даже вот, размеры не мерили, мы просто делали под качели. У нас здесь всегда под березой стояли качели, и мы просто делали под качели, вот чтобы нам было удобно. И всегда стоял здесь круглый стол. И вот таким образом мы ее оформили. Там она идет у качелей такая прямоугольная, и сюда вот так на конус немножко закругляется к концу. И, кстати говоря, у нас с Пашей есть такая мысль, уже давно ходит, бродит в нашей голове, так как мы здесь сидим очень часто, и летом здесь такой уютный уголочек. Я вам сейчас найду видео или фото, обязательно покажу. Здесь, правда, как такая какая-то небольшая комнатка у нас образуется, да? И мы очень любим здесь сидеть, действительно. И пьем чай, и по выходным мы здесь даже завтракаем, и даже обедаем в выходные дни, когда теплая погода. Я уже про ужины вообще не говорю, да, там шашлык, коптим рыбу. И иногда, конечно же, дождь мешает здесь иногда засидеться на подольше. И мы все с Пашей хотим здесь вот соорудить такую некую открытую беседку. Но вот все никак не можем понять, как нам ее сделать, честно говоря. Есть разные варианты, в нашей голове крутятся. Но пока мы еще ни на одном не остановились, но очень хочется, да, Паш, все-таки здесь соорудить какой-то каркас. Ну, думаем, да, пока думаем. Здесь или там, за домом, где-то там все облагораживаешь. Новые. Я пока не знаю, я везде хочу. Да, да. Но рук на все не хватает. Сначала думаем, с мангалом хотели, да, с таким капитальным, да. Как говорится. Да, да. А потом думаем, нет, легенькую. Угу. Все, в раздумьях пока. Очень вкусный чай с рябиной. В общем, по поводу беседки у нас остается это все еще открытое в нашей голове. Может быть, на следующий год мы здесь все-таки что-то и сообразим. Вот. Ну а пока, Паша, садись пить чай. Эх, мне бы тортику, да нельзя сладкого, да? Начнем с пионов. В общем, самое время для обрезки пионов. Это самый-самый конец октября, когда уже вот такая у нас листва. Видите, совершенно она черная вся, ненужная пиону. Вот. В общем, раньше пионы обрезать я никогда не обрезаю. Когда-то давно прочитала, что ничего не надо обрезать рано, на самом деле так и есть. Пока листва зеленая и даже желтая, значит, она цветку нужна. Лишь когда она вот такая черная, в общем-то, обрезать уже можно. Тем более, что на следующей неделе у нас уже такие будут стабильные ночные заморозки. Я посмотрела, минус 1, минус 2. А через неделю уже, кстати, Паш, и до минус 7, ничего минус себе. 5, да. Поэтому эту неделю мы еще как бы ждем, а следующую неделю, ну просто раньше у нас не получится, будем готовить каркасы для укрытия роз, обязательно снимем об этом видео, вот. А сейчас просто вот эти 5 дел я выполняю, которые наметила. В общем, у меня очень много пионов на участке, очень много. Вот я их хочу все обрезать, подсыпать землей, и столько же у меня много ирисов. Ну, особого тут показать нечего, в общем, наверное, все понимают, как
обрезается пион. Кстати говоря, у меня были года, когда я пионы не обрезала. Ну, просто не было возможности приехать на дачу. Ну, ничего страшного, просто по весне я убирала ботву, вот эту вот сгнившую, только и всего. Ну, неплохо бы, конечно, это их обрезать. Во-первых, чисто будет на участке. Ну, и, во-вторых, подсыпать землей тоже неплохо. Пиончики, особенно, когда они у вас молодые на зиму. Ну, собственно говоря, вот и все. Можно еще добавить золу, но золы у меня нет. В Паш, у нас нет золы, да, из бани не осталось. Пойдем дальше. Пионов у меня много, поэтому придется немножко нам сегодня потрудиться. Паша говорит, что нет золы, он ее куда-то использовал, под какие-то елки что-то там понасыпал. В общем, Паша живет своей жизнью. Иногда он подсыпает туда, куда не обязательно надо. Нет, я у тебя спрашиваю иногда, ты говоришь мне, под розы подсыпь. Я ее сразу и высыпаю из бани. Под розы, да, под розы, да. Но ну, под елки-то как бы не обязательно. Ну, хотя золу, в принципе, все любят. В общем, видите, Паша живет своей жизнью. Когда мне нужна зола, золы уже нету. Идем дальше, друзья. Срезала очень красивый красный пион. Сейчас найду фото или видео, покажу. Он совершенно необыкновенно цвел. Помнишь, Паш? Такой малиновый. Не очень да, высокий. Красивый. Просто был обливной. Столько было много шапок. И мне в Инстаграме даже спрашивали, что вы сделали, что он у вас так цветет. Ничего, друзья, особо не делала. Просто везде хорошая земля, перегной. Ну, в этот раз мне Паша сюда подсыпал глины, как вы видите. И сейчас вот я сверху еще насыплю пол ведра перегноя на него. Вот, кстати говоря, сейчас обрезала пион. Уже ни у одного пиона увидела вот почки. И вот почему надо засыпать землей. Вот они, почки. Вот. И поэтому желательно, конечно, вот почему я их засыпаю землей, чтобы вот эти почки не вымерзли. Вот, друзья. Так что сейчас засыпем землей, принесем земли, вот, обрезаем и засыпаем. Значит, что касается ирисов, ребята, смотрите. Вот эти ирисы я обрезала раньше, чем положено. И что мы увидим? Мы видим, что пошли отростки. Почему я обрезала их раньше? Потому что я этот ирис делила, я его пересаживала. Вот, поэтому рано обрезать не надо, потому что ирис начинает просыпаться и дает нам новые ростки. Вот, сейчас тоже его присыплю землей, потому что здесь, видите, корни наружу. В общем, ирис это такое растение, с одной стороны, у него должны располагаться вот так корни наружу, потому что только в этом случае ирис хорошо цветет, когда его корни, они вот так вот на уровне земли. Пока ирис у вас в земле, пока он заглублен, он либо совсем не будет цвести, либо будет цвести очень плохо. Но другая сторона медали, да, то, что у нас эти корни могут зимой вымерзать. Поэтому зимы сейчас такие, что морозы часто бывают без снега, начинают бить морозы без снега, поэтому ирисы тоже желательно присыпать землей, что я сейчас и сделаю. Еще эту землю смешать с золой, ну как я уже вам сказала, Паша золу израсходовал, золы у меня нет, но хотя бы просто присыплю землей. Вот я делаю это с ирисом и делаю то же самое с пионом. Так что теперь можно быть спокойным, ирисы у нас не замерзнут, пионы тоже. И, кстати говоря, пионы, залог успешного цветения пионов, это чтобы осенью они были хорошо пролиты. Поэтому, когда осенью нет дождей, обязательно поливайте пионы. Вот. Старайтесь их периодически проливать. Тогда они будут хорошо цвести. Сзади меня еще много ирисов. Вот такой ирис сбоку. Вот я сейчас, знаете, смотрю на него и думаю. Вот, честно говоря, даже не знаю, обрезать его сейчас или нет. Потому что еще неделя у нас есть. А кто знает, может быть, опять прогноз погоды неверный. Опять обрежешь и будет рано. В общем, даже не знаю, что с ним делать. Вот. Ну, обрезаются ирисы просто, на всякий случай я вам покажу, хотя, наверное, тут не
специальной, нет, все это знают. Оставляем где-то 8-10 сантиметров и обрезаем. Кто-то делает это ножом, говорят, ножом удобнее. Ну, я обрезаю секатором. Хотя, да, говорят, что ножом обрезать ирисы удобнее. Вот и все. То есть, вот так берем и по кругу режем. Ну, вот таким образом обрезаем ирис и также засыпаем его землей. Так, что еще, друзья, мне надо обязательно сегодня сделать? Мне надо побелить деревья и мне надо докосить газон. И последнее дело на сегодняшний день, которое, по ходу дела, я успеваю все-таки сделать. Ну и, в общем-то, мне его нельзя никак не сделать, поскольку побелка настоялась. Вот, я пойду белить яблони, друзья. Все, Светлана уже устала, мне кажется. Я уже вся в краске, слушай. Ну, тебе уже пора заканчивать, ну сколько ты можешь? Такая рабочая одежда, бог с ней, не жалко. Нет, понимаешь, тут вот такие вот, видишь, болячки. Я видел в окошко, сейчас за тобой наблюдал. Места. Такие места, которые обязательно надо забелить. Вот. Там всякие нехорошие микроорганизмы живут. Я никак не могу остановиться. Я ее белю. Вот. Да ладно, мы их подрежем все равно. Что-то. Нет, ну подрежем, понятно. Паш, тогда надо сейчас подрезать и замазывать садовым валом. Сейчас попозже, похолоднее будет, а то они это... Ну, сок еще, думаешь, сокодвижение, да? Да, видишь, погода какая. Ну, вообще, Паша у нас всегда все обрезает, где-то в марте ты любишь все в марте обрезать. Да, когда нет сокодвижения в деревьях. Ну, тогда тем более надо, чтобы все эти микроорганизмы, они не перезимовали в яблоне, поэтому вот так вот надо все закрашивать. Ну, яблочки мы любим кушать. Что ж, надо поухаживать за яблонькой. Вот у этой яблони ствол постаралась побелить как можно выше. Почему? Потому что, вот смотрите, здесь вот такие у нас нехорошие вещи. Видите? И, в общем, вот это все надо забелить, постараться. Сейчас буду белить еще выше, чтобы все вот эти микроорганизмы, они у нас зимой не перезимовали. Побелка, в общем-то, не дает им такой возможности перезимовать. А если вот как раз-таки яблоню не белить, то вот здесь очень хорошо живут все бактерии, все вредители в таких вот местах. Поэтому буду сейчас еще лучше забеливать. Видите, как высоко побелило и все еще мало. Вот эта яблоня у меня вот такая вот, видите, уже не совсем-таки здоровая. Другие яблони я прошлась, посмотрела, вроде бы они ничего. Вот, но дала очень хороший урожай нам этой яблони в этом году. Очень большие, красивые красные яблоки, вкусные мы с ними собрали. Это что, Паш, скажи? Это карпик. Слушай, жирный какой. Да. Ну, в нем костей много, в карпе, Паш, да? Ну, конечно. Ну, а как мы его будем есть? Ну, ты мне будешь кости выбирать? Я не могу есть рыбу с костями. Ты старая? Нет, нет, там очень много костей. Значит, ты не будешь есть? В карпе так много костей, что на самом деле я вообще не могу его есть. Будут есть те, у кого... Слушай, что ты не купил рыбу, где мало костей? Зачем ты купил рыбу, где так много костей? Вот другой еще. А это что? А, ну это такой же. Ну что, Паш, засолилась? Да, друзья, сегодня у нас пикник. Слушай, буян чувствует твой пикник. Сегодня воскресенье. Вот. Все равно полдня мы, в принципе, работали.
Пришло время для отдыха, ты хочешь сказать? Да, пришло время для отдыха. Погода офигенная. Сегодня проезжал мимо платного этого, ну, водоема там, где рыбалка. Развернулся. Сначала мимо проехал, потом думаю, не, остановлюсь, рыбки, наверное, возьмем. Развернулся, да, вот взял рыбку. Вот такая, друзья, рыбка. Обалденная. Буян сегодня будет лакомством. Потому что ему варится каша на рыбном наваре. Да, да. Сварилась? Да, уже сварилась, стынет, да. Все потроха, сегодня будет буянчику. Он сегодня вон облизывается, бедный, ходит. Да ладно, бедный он. Вон сколько шерсти. Бедный. Вот так вот он. Рыбку хочет. Но нет, это не его. Это пока не твое, мой дорогой. Давай лапу. Лапу мне дай. Дай лапу. Вот. Ну, рыбку пока ты не получишь. Попозже. Ладно? Ну вот так, дорогие друзья, прошел наш сегодняшний осенний октябрьский денек в нашем саду. Мы поделали много дел, побелили деревья, прогулялись просто по осеннему саду, подышали воздухом, попили чай с рябиной. Если вам понравилось это видео, ставьте нам лайки. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы с вами прощаемся. Пока-пока! Слушай, нифига себе, какая рыбища, я прям ее хочу. Че, несу рыбку? Несу. Ну и что ты мне скажи, в Таиланде лучше разве? Смотри, какая красота. Нет, наша самая лучшая. Вот что ты любишь, дорогуша моя. Вот так прям, да, шкурочку? Да. Вы извините, друзья, но... Слушай, а что у тебя здесь, расскажи. А, ты чем-то облился? Облился, да. Ну что, давай скорее, а то она остынет. Да мыл этот. А, ну, как его? Да, да, да. Да, его. Чем коптили? Коптильню. Ящик этот. Ну что, все, я устал держать, пошли. Пошли, давай, все, идем.